хочу всех поприветствовать с открытием фестиваля православных СМИ. И думала, что мне сказать нашим коллегам из православных СМИ. Хочу пожелать сил и терпения в этом очень важном труде, в помощи, поиска ответов для многих людей, наверное, на самые важные жизненные вопросы. И хочу пожелать коллегам из светских СМИ, чтобы мы все находили и место на страницах наших газет, и место в эфире наших телеканалов для этих вопросов, этих ответов. Потому что телеканал «Интер», он всегда старается это делать, насколько возможно. И могу сказать, что мне очень отрадно всегда видеть высокие цифры значимых событий, богослужений. И это значит, что это нужно миллионам людей. Это для нас самое важное. Поэтому спасибо вам всем большое. Еще раз с праздником.